Такую торговую упаковку сейчас можно назвать произведением искусства. Эта жестяная коробка, в которой хранилось печенье казанской кондитерской фабрики Пирогова, находится в экспозиции музея усадьбы городского быта «Симбирск» конца 19-го – начала 20 веков. Она была изготовлена к двум знаменательным датам – к столетию Отечественной войны 1812 года и 300-летию дома Романовых. На внешней стороне крышки – портрет императора Франции Наполеона I Бонапарта, сидящего на стуле. Первоисточником для миниатюры послужила известная картина французского художника Деларошо «Наполеон под Фонтебло». На передней стенке коробки расположена миниатюра «Последний барабанщик», на которой мы видим, как по зимней дороге шагают солдаты русской армии. Колонну возглавляет всадник на белом коне. На задней стороне коробки еще одна миниатюра «Бородинский бой». В центре вновь всадник на белом коне. Его сопровождает группа скачущих всадников. Подобные особые заказы регулярно поступали производителям упаковки.